Илья сказал, что все, хватит медленных танцев по вашу душу. И будем делать что-то быстрое. Мы спросили, что мы будем делать, что-то быстрое. Он сказал, а вот будем делать рок-н-ролл. Эй, подожди. Мы взяли новые быстрые шаги какие-то. Будем делать новые какие-то поддержечки. Они не очень высокие, но они именно вот такие активные, рок-н-ролльные, такие вот и страшные немножко. Пока что для нас. Но мы работаем над этим. Я просто должна понять, где я, как я по тебе. Потому что я не понимаю, почему я не успеваю на тебя забраться. Я что-то потеряла в этом упражнении. Раз, правильно? Да. А когда я их сгибаю? Ты сгибаешь вот здесь. Я сначала прямыми их забросила, а потом... Да. Да? И вот здесь вот не торопись, а сразу ко мне. Вот ты а иначе я... Лёшка, нет, наоборот, вот я здесь. Должна вот на это... Должна ритм поймать, да. Смотри, вот раз. Руку давай. Вот, видишь, отлично. Молодец. Мама. Запомните меня весёлый. Хочу пойдем понять. Сделаем, ты поймешь. Я хочу понять, мне вначале ноги сгибать или они должны быть прямые? Я хочу спросить у профессионалов. Не сгибай вначале ноги. Пусть в рок-н-ролле они могут быть прямыми вначале. Вот когда ты прыгаешь ко мне, да, первое. А мы делаем согнутые, да. Какие должны быть? Да фиг, на согнутом просто легче. Признаться, что у меня ничего не получается. Ты борешься с комплексом, что у тебя ничего не получается, что ты долго думаешь, что ты ничего не можешь сделать, что ты отнимаешь время. Это тяжело. Мы просто с тобой о разных вещах думаем, ну... Думаем. Просто я говорю, а ты думаешь. И? Думаю. Извини, если тебя чем-то обидела. В общем, рок-н-ролл очень веселый танец. На льду Екатерина Стриженова и Алексей Тихонов! Катя и Леша вместе с Ильей Авербуховым выбрали для сегодняшнего этапа песню Кристины Агилеры. Хорошо, что Леша опоздал на самолет до Самары, иначе бы не познакомился с Катей в этом замечательном номере. Вот стремление к совершенству не имеет границы, верхние планки не установлены. У ребят стремление к совершенству ярко проявляется. Каждый жест, каждый элемент, такое впечатление, что они работают даже над тем, как каждый пальчик на руке завершает движение. У них получилось абсолютно все.
И в техническом отношении, наверное, это не был самый сложный танец этой пары, но зато самый совершенный. Ни одной помарки, ни одной паузы, ни одной остановки на льду. Я думаю, что это танцевали лидеры. Ну, как минимум, лидеры этого этапа. Молодец. Ты, главное, себя победила. Это очень важно. Молодцы. Молодцы. Со стороны было все очень хорошо. Немножечко потеряли здесь темпы. Чуть-чуть перед вот этой. И немножечко тебя еще чуть-чуть шатать. Хотелось бы поувереннее, чтобы там в уголок вышли. Из-за этого чуть вошли в борт, и мы немножко тебя вытягивали. В принципе, все остальное было хорошо, но за исключением того, что если бы немножко раньше бы вошли, чтобы финал был поярче. Ну, наконец-то! Екатерина Стриженова, Алексей Тихонов. Оценки за технику. 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Оценки за артистизм. 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 12 баллов ровно. Я считаю, что Екатерина и Алексей одни из лидеров на этом проекте. Я никогда этого не скрывала, у меня симпатия к ним обоим. И я очень люблю Лешу Тихонова и очень люблю Катю Стриженову. И на прошлой программе я хотела через телевизор запрыгнуть в студию и дать микрофоном по голове одному из судей за то, что он поставил 5-9. Это по накалу страсти был такой гениальный номер. Он вошел, на мой взгляд, вот в лучшие номера проекта. У меня вот плакатик мысленный 0-1. И я ее сегодня добавляю к прошлой оценке. Вы были великолепны. И если чемпион мира не может сдержать слез, это много говорит. Много. Потому что, значит, Алексей так катался и испытывал такие эмоции, что когда уже он вот вышел и не смог сказать ничего, это дорогого стоит. Чемпионы слез на ветер не бросают. Поверьте мне, Алексей очень сильный человек. Вы знаете, они поразили меня сегодня. Я не ожидала сегодня увидеть абсолютно чистый, по шагам и по движению, и музыкальный рок-н-ролл. Именно от этой пары. Потому что, во-первых, это очень сложно. И у них все-таки были лирико-драматические номера в основном. Так что здорово они тут танцевали. И много, видимо, им пришлось поработать. Потому что я не думаю, что их ноги и тело такое послушное, чтобы именно танцевать этот ритм. Классно. Ребята, очередной этап соревнований пройден блестяще. Yes! Поздравляю вас. Что вы чувствуете сейчас? Я так, даже не могу сказать, что волновалась. Я ужасно сердилась на себя, что согласилась на эту авантюру, хотя я понимала, что надо обязательно делать быстрый номер, но мы взяли очень быстрый номер. Хотя мне Леша сказал, мы с тобой Чардаш танцевали, когда первый раз выходили перед судьями. Значит, это мы тоже сделаем. Мы действительно должны были показать, что мы можем двигаться не только в рапиде, но и быстро. Вот Татьяна Анатольевна, вот все видит Татьяна Анатольевна. У нас был другой финал, и перед самым выходом мы решили сделать такой финал, что стюардесса, она, конечно, помогла путешественнику, но сердце она не могла ему отдать, потому что она замужем. Девушка ветреная, но поезд ушел. Леш, скажи, пожалуйста, а вот Катя, она дышит, когда вот танцует такие быстрые танцы? Или уже просто махнула рукой и под воду ныряет? Успевает? Нет, по-моему. Вот на одном дыхании. Раз и станцевала. Вот мы придумали вот это начало с Самарой. У меня в Самаре живут мама и папа, мои самые родные люди. И мамочка, папочка, я к вам опоздал сегодня, но я, понимаете, я встретил вот... Я не мог прилететь, я встретил вот такую стюардессу. Но долечу обязательно. А по номеру, я, честно говоря, был
очень сомневался в себе, не в Кате, потому что она потрясающе двигается, потрясающе танцует. И тут я думаю, Тихонов, а как же ты-то все это будешь делать? Но вот как-то вместе Авербух говорит, сможете, Катя говорит, сможете, сможем. А ты, между прочим, я даже не знаю, сколько ты похудела. Насколько ты похудела? За проект на 8 килограммов. О. Вы это слышали? Все на лед, бегом, счастливо, удачи! Thank you.